Посмотри письмо, которое я отправила. Там указан адрес. Тебя будет ждать Сергей Карасинский на автомобиле. Твоя задача — доставить его тигриным когтям. В смысле, авто, не Сергея. Все понятно? Надеюсь, что да. Сергей? Спасибо, что спросил. Что мне кажется, у меня над головой неоновая вывеска. Сергей, который поссорился с когтями. В гараже небольшой подарок для тигриных когтей. Что, прямо так? А на вид ты не особо-то и напуган. Это потому, что я наконец вижу свет в конце туннеля. Осталось всего ничего и свобода. С какой стати ты уверен, что тигриные когти примут твой подарок? Да 100%! Уж поверь мне, я русский. Мы такие вещи хорошо чуем. Ты, главное, доставь его по адресу. Чем ты насолил тигриным когтям? Ах, да так. Недоразумение вышло. Бывает. Да мужик был на вид вообще обычный. Бородка, коричневые ботиночки. Ну, ничего такого. Брестейкинг. Да еще с собакой этой, господи. Ну какой киллер станет везде таскать за собой собаку? И ты его застрелил как бы по недоразумению. Да хуже. Честно говоря, гораздо хуже. Все, хватит ни к чему об этом болтать. Ну ладно, высылай координаты. Минутку. Я в гараж дверь открыл. Если что, она изнутри тоже открывается. Подарок – автомобиль? Не просто автомобиль, но, в общем, да.
Ты подгони его по адресу, они там разберутся. Только смотри, не накосячь. Я на тебя рассчитываю. Слава богу, ты не он. Выпусти меня быстрее, пока он не вернулся! Какой-то необычный подарок. Что? Что ты говоришь? Ну, ты вроде как... подарок-сюрприз. От некоего Сергея. В каком смысле подарок? Ну, вроде чертика из табакерки. Только табаку мало, а кровищи много. Ну и кто ты? Пушкин! Алекс Пушкин, старший ассистент по контролю качества корпорации «Биотехника». Как ассистент по качеству связан с бандой «Тигриные когти»? Ты на них работаешь? Я же сказал, что не приму их предложение. Боюсь, твое мнение роли не играет. Просят быть осторожными, используя терминалы. В ходе недавней проверки выяснилось, что многие из них заражены. Эксперты уже подтвердили, что обнаруженный вирус может спровоцировать полный отказ киберимплантов, а в отдельных случаях даже смерть. В ответ на активизацию банд-формирований мэрия повысила уровень общественной опасности до красного.
Жителям Ароя и Уотсона рекомендуется не покидать дома в ночное время и всегда иметь при себе огнестрельное оружие для самообороны. Школы и больницы закрыты до особого... Все сложно. Вылезай, пока я не передумал. Я не знаю, что происходит, но спасибо тебе. Обещаю, ты не пожалеешь. Тебе же Вакака дала этот заказ. Я ей заплачу. Она ничего на этом не потеряет. И ты тоже. Я думала, ты последний человек, кого мог бы подкупить корпорат, засунутый в багажник. Ты не перестаешь меня удивлять, Ви. Но с другой стороны, выигрывает тот, кто предлагает больше. О, я не о Сергее. Нет, к сожалению, вмешалась другая заинтересованная сторона. Кто знает, что с ним теперь будет? Услуга за услугу, Ви. Услуга за услугу. Заказ закрыт. Thank you.
Night City настоящая любовь умирает. Мужья изменяют женам, жены изменяют мужьям. Потом они разводятся и поливают друг друга грязью. Представляешь? Если честно, я в шоке. Но ты не отчаивайся. Сегодня я даю тебе шанс помочь одному такому разведенному. Нахера тащить этого идиота с собой? Мистер, Господи, останови машину, разберись с ним. И да, он рассчитывает на нас. Получишь ты свои деньги. Конечно, его брат уже не спасти, но мы можем вернуть чек, который жена у него забрала. Прочитай про заказ в письме. Сама видит своими глазами. 400 косарей. Сколько? 400? Да ладно. Самое главное — диета и упражнения. Какие у тебя утренние процедуры? Микроочищающая криомаска. Ни Сион такими проблемами не страдает. Красавец точно знает свое место. Это спорткар. Точно. Автомобиль создан для одной единственной цели. Бешеный.
красиво и тихо. Хотя о разводе мистера Гутьерреса этого не скажешь. Изумительная работа, Вин. Закрываю заказ. Дорогой, надо зайти в казино тигриных когтей и принести мне кое-что. Мне кажется, у тебя получится. Я приложила дополнительные сведения. Прочитай внимательно.
Доходы. Да! Пожалуйста,
te divierte mi sufrimiento? Ты же сама знаешь.